Ага, все, есть зрители. Да? Просто думаю, чтобы я правильный эфир создала. Все. Добрый вечер, девочки. Кто присоединился к нам, кто в эфире, напишите, пожалуйста, хорошо ли слышно и видно, идет ли звук, чтобы я понимала. Так, пока растираю. У нас сегодня будет эфир на модели. Тема эфира – работа с проблемными точками в роста. Тут, если посмотрите, видно, точки в роста бывают на разном уровне у нашей модели. Кое-где есть сухость, кое-где есть заусенчики. Валики у модели высокие, и поэтому кожа огрубевает довольно быстро. Плюс бонусом будет, покажу вам, быстрое снятие. Опил, форму квадратную. Вот. Полный комплекс процедуры покажу. Слушай, чтобы я могла на всякий случай, если вдруг какие-то вопросы или что-то вылетит. Так, девочки, я работаю без микрофона. Я сейчас включу вытяжку, включу аппарат. Если вдруг у меня будет плохо слышно, прошу прощения, я постараюсь все озвучивать. Начнем мы со снятия. Снятие я выполняю фрезой твердосплавной. Зеленый абразив, довольно крупное лезвие режущее. Но такие лезвия позволяют сделать снятие быстро. Главное одно условие – это мы не давим при работе такими фрезами. Скорость работы примерно 12-15 тысяч оборотов. И тогда ваше снятие будет безопасным. Длину модели уже тут у нас подровняла кое-где, поэтому длину фрезой мы убирать не будем. Будем только выполнять снятие. Так что поехали. Большую часть материала я снимаю центром фрезы. И, как видите, за раз прекрасно снимается. Не надо на одном месте, да, много раз проходиться. Хорошо фиксируйте боковые валики, когда вы выполняете снятие, особенно такими крупными фрезами, чтобы нечаянно не попасть по коже и, естественно, не поранить клиента. У меня фрезы от вниз. Практически все, и для маникюра, и для педикюра, и для снятия. Если не давить на фрезу, то ничего здесь не пропиливается, все нормально. Давай вторую ручку. Он тут задержка, да? Угу. Включила на втором телефоне дубляж эфира. Будем, если что, следить за состоянием. Вот здесь на большом пальце хорошо видно, что точка роста, во-первых, поднята. Во-вторых, вот она такая вся лохматая. Непонятно, как там работает. Плюс у нас здесь ноготь довольно тонкий. Будем его укреплять. По времени эфира можно засечь, за сколько я сделала снятие 10 ногтей.
Снятие – это тот этап, который у вас не должен занимать много времени. Если у вас снятие занимает больше 10 минут, то стоит обратить внимание, почему происходит так долго, что вас останавливает, что вас тормозит. Возможно, фреза лысая, и вы там на одном месте долго пилите. Либо нет четкой, простите, пожалуйста, либо нет четкой схемы работы. Не попало. Сначала апельсиновая палочка, отодвигаем кутикулу. Сама кутикула здесь у модели тоненькая, неактивная, видите, очень маленькая, но точки роста прям бывают интересные. В идеале, что такое точки роста? Точки роста — это вот эти вот места, где у нас ноготь, говоря простым языком, переходит от ногтевого ложа, переходит в свободный край. В идеале точки роста должны быть на одном уровне и находиться ниже середины ногтевого ложа. Если точки роста поднимаются к середине или выше, то это уже можно считать боковым анихолизисом, то есть отслоением ногтевой пластины ногтевого ложа. Я аккуратно открываю карман, отодвигаю кутикулу. Боком аккуратненько, чтобы вашему клиенту не было больно. Вот тоже посмотрите, какая шикарная. Я начну с самого маленького, самого коротенького, от нас указательный, мы его в любом случае донарастим, но немножко подровнять края нужно. И по поверхности я сразу прохожусь, убираю остатки цвета, подготавливаю ноготь к покрытию, к дальнейшей работе. Нашей модели видно, что кое-где точки роста прям подняты. Видите, насколько? Это у нас последствия самостоятельного маникюра. Очень часто клиенты травмируют себе точки роста самостоятельно дома, если выполняют очень глубокий маникюр. Либо же мастера, которые пытаются фрезой подлезть прям туда, под ноготь, пытаются там что-то постоянно выпить, как-то достать там фрезой, тем самым распиливая точки роста, тоже они у нас поднимаются. Также неправильный опил пилкой, когда вы
девочки, мастера, опиливайте, допустим, боковые параллели. Следите за тем, чтобы вот эта линия была ровная от точки роста, да, вот у нас форма квадрат, от точки роста ровно относительно горизонтальной оси пальца, она у нас выходит ровно. Не делайте вот здесь ступенек, не запиливайте вот так вот ногти, не делайте здесь ступенек. Здесь у нас ноготь сломался, но я вам как бы на его примере показываю, что если мастера пытаются заузить форму, особенно если у клиента широкая ногтевая пластина, и при опиле формы мастера пытаются заузить ее, то выпиливаются, вот тут либо точки роста выпиливаются, либо делаются ступеньки, ногти потом в этих местах начинают ломаться и тем самым травмируются. Я сейчас сильно не придаю большого внимания свободному краю, потому что мы его будем выкладывать из полигеля и в любом случае еще опиливать. Наша задача на эфире разобрать, как работать с такими точками роста, как их аккуратно обрабатывать и какие рекомендации давать клиенту. Если к вам пришел новый клиент, допустим, не ваш, да, первый раз, и вы видите, что у него точки роста немножко перепиленные, они на разном уровне, они каким-то образом деформированы, всегда собирайте от клиента обратную связь, то есть почему так произошло. Он сам себе делает маникюр, или он пришел к вам от другого мастера. Тоже видно. Вот он, боковая стеночка. И вот небольшая ступенечка. Но так как здесь покрытие немножко переношенное, то, скорее всего, просто сломался ноготок. При подготовке ногтевой пластины к покрытию не истончайте вот здесь боковые стеночки. Сильно не давите на пилку, не перепиливайте эти боковые поверхности. Это тоже может спровоцировать поднятие точки роста. Там, если сильно ухожу, ты мне говори, у меня язык пошутил, ничего не видно, нормально? Я сейчас много не болтаю, потому что это стандартная подготовка. Я думаю, каждый мастер знает, как это выполнять. Мы уже более подробно остановимся на выполнении самого маникюра. Опять же, вот тоже на большом пальце видно, видите, какая сухость, и точка роста немножко высоковата. С моего на этом, давай телефон подготовки ногтевой пластины. Наша задача сравнять зону гель-ноготь и, конечно же, убрать отслойки, если таковые имеются. Если на ногтях гель-лаковое покрытие, то мы стараемся его убрать
полностью по периметру. Если в центре гель-лаковый материал держится, ну его там можно оставить. Но по периметру убираем, чтобы ваше новое покрытие не отслоилось, не дай бог, со старым. Если вы достаете отслоечки фрезой, то тоже фрезоид можно смело снимать, фрезой для снятия. Вытяжка, девочки, работает вытяжка. Я сейчас, когда буду делать маникюр, я вытяжку выключу. Потому что если я сейчас вытяжку выключу, весь наш опил полетит в камеру и вообще ничего не будет еще, и все будет мутно видно. Поэтому пока здесь ничего такого особенного, просто было снятие и подготовка ногтя. Когда мы перейдем непосредственно к маникюру, я сделаю погромче. Один раз вела эфир без вытяжки, потом мы долго выясняли, почему же кадр был такой мутный, почему же ничего не было видно. Что вся камера пылью, оказывается, ногтевой была покрыта. Смотрите, я сейчас боковые стороны тоже особо не обрабатываю пилкой. То есть вы, я думаю, заметили, что я вот здесь пилочкой не подпиливаю. Я специально оставляю эти места, во-первых, чтобы показать вам, как обработать их фрезой. Во-вторых, мы кончик будем укреплять полигелем. Мне нет смысла сейчас очень сильно, как сказать, заострять внимание на форме. В любом случае, когда мы укрепим полигелем, надо будет еще раз все это дело опилить, подровнять и уже придать окончательную форму нашему свободному краю. Вытяжку. Вот теперь будет гораздо лучше слышно. Если опять слышно тихо, напишите, пожалуйста, буду, если что, подключать микрофон. Так, опилили поверхность, теперь переходим непосредственно к самому маникюру. Маникюр будем выполнять фрезой пламя, красный абразив. Красный, потому что хоть у клиента и есть вот здесь сухость, в точках роста и по боковым валикам, но сама кутикула довольно тонкая и маленькая. Если мы здесь пройдем синим абразивом, то, скорее всего, в зоне кутикулы могут быть ранки. Скорость работы примерно 10-15 тысяч оборотов. Опять же, если кутикула тонкая, не работайте на очень высоких оборотах. Положение фрезы, я думаю, большинство уже знают мою технику работы. Примерно под углом 30 градусов. Начинаем от центра ногтевой пластины и разворачиваем фрезу немного в направлении движения, то есть по ходу движения. Если я обрабатываю левую сторону, я фрезу разворачиваю влево. Если я обрабатываю правую сторону, я фрезу разворачиваю. О, так. Девочки, кто в эфире? Скажите, пошел эфир? Пошел, да? Все, пошел эфир, то у нас что-то... Пошел, да? Хорошо, давай тогда с этой руки начнем, чтобы тебе там было удобно.
Так, примерно чуть больше 10 тысяч оборотов. Ваша правая рабочая рука всегда на упоре. Маленькими шагами, без давления, с хорошим натяжением кожи мы начинаем обработку около ногтевой пазухи. Постепенно спускаемся к нашей точке роста. И вот здесь очень важно хорошо отодвигать валик. Смотрите, вы проработали пазуху, вниз спустились, центром фрезы вот такими выкручивающими движениями вышли в бок. Не нужно там как-то по-особенному пытаться залезть под этот ноготь. Сейчас, когда у нас будет более активный заусенец, там, конечно, будет повиднее. Еще разочек от центра. С хорошим натяжением. Возможно, это не видно на камере, насколько сильно я отодвигаю валик клиента, но, поверьте, клиент это чувствует. То есть, когда вы просто вот так вот держите пальчик легонько, не, это не вариант, так работать не получится. Прям хорошо отодвигайте валик, поворачивайте палец клиента вот так вот к себе, чтобы вы видели вот эту обрабатываемую область, чтобы палец не был вот так в бок и вам не видно вот эту боковую часть. Прям повернули, мне хорошо видно эту околоногтевую пазуху, и я спускаюсь по коже вниз, я работаю по коже. Выкручивающими движениями проработала в бок. Вот остается моя боковая стенка. Видите? Вот моя боковая стеночка. Вот там небольшое расслоение ногтя. Я пока что его не трогаю. Следующий пальчик. Опять от центра развернули фрезу, поставили в нужном направлении. Даже здесь своим большим пальцем я хорошо натягиваю задний валик клиента. Маленькими движениями дошли до синуса, натянули боковой валик, развернули палец к себе, вот, чтобы вы видели вот этот участок. Смотрите, вот она наша точка роста, и здесь имеется, здесь как бы даже небольшая ступенька просматривается, если вы обратите внимание, вот она, как небольшая ступенечка. То, что здесь не хватает ногтевой пластины, это все мы будем дорабатывать при помощи акригеля. Мы будем тут докладывать стенку и укреплять. Поэтому, когда вы выполняете маникюр, когда вы видите вот такие вот точки роста, не надо делать вот таких движений. Я сейчас фрезу прям под ноготь завела. Девчонки, напишите, пожалуйста, нам, слышно ли и видно, потому что у нас немножечко сбоит интернет, чтобы я понимала, что я не сама с собой разговариваю, а вы меня слышите. Вот, то есть под ноготь вот так вот фрезой мы ни в коем случае не заходим. А дошли до точки роста и продолжаем спускаться вниз. Сам валик вышлифовываем в бок. Так. Может, переподключу свой. Валик вбок. Если какие-то очень сухие заусенцы, которые вот прям вас смущают, прям вам хочется туда залезть, лучше доработать их с ремувером. Я покажу, как это сделать. Смотрите еще один момент. Положение фрезы. Фреза у меня вот здесь не вот так лежит, когда она всем телом касается к ногтю, а я наоборот ее максимально увожу от ногтя и вот точечно прорабатываю этот сухой участок, чтобы, не дай бог, нечаянно не перепилить и без того тонкий ноготь, и без того уже поднятую точку в роста. Это важно. Когда вы начинаете двигаться от центра, разверните вот фрезу под углом. Не надо вести вот так вот. Во-первых, вы можете вот здесь вот поранить носиком фрезы. И точно так же, если вы спускаетесь вот сюда, в околоногтевую пазуху, когда у вас фреза вот ровно, велика вероятность, что вы телом фрезы можете истончить боковую поверхность ногтя. Тем самым травмируется и сама точка роста. Поэтому немного мы разворачиваем фрезу и ведем ее под углом. С хорошим-хорошим натяжением кожи. Вот опять видно, какая у меня здесь сухость. Я аккуратно спустилась вниз,
вот такими выкручивающими движениями, носиком я спускаюсь просто вниз. Если сухость на валике, в бок я его, вышлифовала. Хорошо, хорошо отодвинула своим большим пальчиком боковой валик. И еще разочек вниз. Постепенно видно, вся сухость оттуда, она как бы выкручивается. И в бок. Вот такие заусенцы можно вот так вот немножко против их роста подняли, убрали. Постепенно, плавненько спускаемся вниз. Здесь вот тоже очень хорошо видно. Вот она наша точка в росте. Вот здесь вот немного не хватает ногтевой пластины. Мы это все также будем докладывать. Тут, во-первых, такая особенность у нашего клиента. Клиент самодеятельностью немножко занимался. Ну, ничего страшного, сейчас это все исправимо. Главное, чтобы дальше эту ситуацию мы не усугубляли, выполняя маникюр. Помним, что сейчас мы работаем по сухой коже. Забивается кожный опил. И вам кажется, что вот там вот какая-то белая полоска, и хочется еще дальше и дальше пилить. Не углубляйтесь, не зарывайтесь туда в валик. После того, как мы выполним полностью прочистку всех пазух, мы обязательно очистим кожу от пыли и посмотрим, а стоит ли там что-то дорабатывать, а стоит ли там что-то допиливать. Возможно, это просто кожный опил, который забился в пазуху. Поэтому для клиентов с такими высокими боковыми валиками кутикул ремувер прекрасный помощник в маникюре. Или же можно очистить просто влажными салфетками. То есть не просто обезжириватель, но обезжириватель будет подсушивать кожу и может подчеркнуть сухость. Нам надо понять, это пыль или же это все-таки кожа. Продолжаем. Даже красная фреза у нас прекрасно справляется с этими сухими участками. Главное, следите за тем, чтобы ваши фрезы были новые, то есть они были не лысые. Смотрите, движение вот я поставила сверху вниз, сверху вниз. Вот таким образом постепенно выкручиваем оттуда всю сухость из пазухи. Центром фрезы выложила, сам валик подшлифовала. Если есть какие-то торчащие заусенцы, движениями сверху вниз прибрала. Поставила, спустилась вниз, вниз, вышлифовала, выкрутила оттуда любые расслоения, какие там мне мешают. На боковой валик выкрутили их. А потом уже сам боковой валик дошлифовали, счистили. У клиентов с такими высокими валиками очень часто забивается все что угодно в пазухе, поэтому будьте готовы, что и фреза может на каком-то пальчике забиться. Если вы чувствуете, что ваша фреза, ну как вы знаете, что она была новая, она хорошая, но во время маникюра она перестала выполнять свои функции, то есть она гладит, а ничего не чистит. Возможно, она забилась, периодически ее прочищайте. Сверху вниз, вот они наши расслоения. Смотрите, это у нас правая рука клиента получается, и здесь уже больше вот этих маленьких заусенчиков. Потому что правая рука, как правило, мы правой рукой выполняем больше работы. Сначала я сверху вниз прошлась, центром фрезы торчушечки вышлифовала, вернулась обратно. Хорошо, валик отодвинула. Сверху вниз еще разочек прошлась и зашлифовала.
Движения у вас должны быть сверху вниз и справа налево. Сверху вниз и справа налево. Вот у нас что-то еще. Сверху вниз, справа налево. Под ноготь мы фрезой не лезем. То же самое мы будем выполнять в противоположную сторону. После того, как мы прочистим алмазной фрезой обе стороны, обе околоногтевые пазухи, тогда я уже возьму ремувер и доработаю нашу линию кутикулы. Доработаю какие-то сухие участки, которые могли остаться. Спустились вниз центром фрезы, ушли сбоку. Еще раз спустились вниз. Под ноготь мы не заходим. Центром фрезы ушли сбоку. Расслоенный ноготочек тоже. Я вот это расслоение сейчас не трогаю. Я работаю только по коже. Оно мне абсолютно сейчас никак это расслоение не мешает. Здесь остатки бегла, его прибрала. Когда вы начинаете фрезой, пытаетесь убрать вот эти расслоения, что-то вот здесь вот доработать, как-то кончиком нырнуть туда под точку роста, тем самым вы ее травмируете. Поэтому есть там расслоенный ноготь, сейчас он вообще никак мне не важен. В любом случае мы будем кончик формировать из полигеля. И тогда уже снизу мы его подпиляем, выпиляем и удалим. Не пытайтесь его достать фрезой. Отодвинули валик, открыли пазуху. Сверху вниз спустились. Зашлифовали валик. Спустились, зашлифовали. Так, обработали левую сторону. Сейчас все то же самое будем выполнять на правую сторону относительно мастера. От центра положение фрезы также немножко в направлении движения. Здесь я уже своим средним и указательным пальчиком хорошенечко отодвигаю боковой валик и разворачиваю палец клиента вот так, чтобы я видела боковую сторону ногтя, пальца, всей моей зоны, где я буду работать. Вниз и вбок. Хорошо, вот смотрите, я сейчас туда беру. Если я просто держу палец вот так вот, вот у меня поднятый валик, мне ничего не понятно, что там делать. Где там эта точка роста, где там эти заусенцы. Но стоит мне развернуть палец к себе и хорошенько отодвинуть валик, смотрите, какая там красота открывается. Во-первых, мне становится все видно. Я вижу, где мой кончик фрезы должен пройти. И вот они, какие... Амазалелости мне нужно прибрать. Я не работаю вслепую. Естественно, я не работаю по ногтевой пластине. То есть она здесь и без того тоненькая. Я ее не истончаю еще сильнее. Вот эти расслоения, смотрите, снизу вверх, как бы против шерсти, поднимаю, вбок, прибираю. Все.
тут тоже у нас на среднем пальчике правой руки хорошая такая сухость. Валик отодвинули, спустились вниз и в бок. Еще разочек вниз и в бок. Вот они, наши любимые расслоения кожи. Я выставляю фрезу так, чтобы я могла их поднять против шерсти и вывести в бок. Не ушла с экрана. Вот таким образом, по чуть-чуть, маленькими шагами, тщательно проходя каждый участок, когда вы видите, где будет идти ваша фреза, вы прорабатываете пазухи без травматизации. Напоминаю, что мы сейчас работаем по сухой коже. Здесь кожный опил забивается в пазухи. Пазухи, в принципе, в рисунок кожи. Палец кажется сухой. Спустились вниз. Расслоение против их роста. Но опять же, я двигаюсь против роста этих расслоений, но я фрезой под ноготь не захожу. То есть вот я работаю в зоне вот этого бокового валика. Валики сама себе обрезала. Модель у нас еще валики сама себе тут подстригла. Так сказать, добавила работы. Но это всегда такая особенность у клиентов, у кого глубоко посажены ногти, у кого высокие боковые валики. Действительно, кожа так огрубевает, что прям вот эти кожные сухие участки, они начинают мешать. Они торчат, они сухие, они острые, они все рвут. И клиенты самостоятельно их очень часто подстригают. Обрезают, либо кусачками прибирают. Ну, это такое дело. Просто в таком случае говорите клиенту, что надо чаще ходить на маникюр. Вот тоже на большом пальчике видна вот такая красивущая сухость. Поэтому сначала прочищаем пазуху, а потом выводим эти чешуйки в бок. Вот она приподнялась, я ее кончиком раз и в бок. Опять против шерсти и в бок пытаюсь убрать. И так до тех пор, пока вы их не уберете. Конечно, маленькие чешуйки, девочки, можно оставить и убрать ремувером. Поверьте, ремувер прекрасно растворит эти маленькие чешуйки. И мы их спокойно тоже сможем счистить. Но можно это сделать и фрезой. Для этого я взяла красную фрезу. Потому что если бы я здесь работала с синей фрезой, то скорее бы всего уже перетерла валик, перетерла кожу. Красная абразив у нас помягче, что позволяет нам более тщательнее работать на одном месте. Но даже красной фрезой можно тоже перетереть кожу, поэтому не усердствуем очень сильно, без фанатизма. Я вот ее подрезала против роста и в бок. Если прям вообще она большая, видите, она мне завалилась на валик, ничего страшного, чуть-чуть больше усилий, и она все равно срезается.
Еще разочек говорю вам, мы фрезой под ноготь не лезем. Обрабатываем вдоль пазухи, спускаясь вниз, и переходим на боковой валик. Чешуйки против роста прибрали. У клиента такие высокие валики, что у меня уже пальцы свело их держать. На левой руке чуть-чуть меньше сухости, потому что, наверное, не так часто используем ее в работе ежедневной. Здесь сухость есть, но не такая уже сильная, не такая активная, как на правой. На среднем пальчике опять сухие чешуйки. Обрабатываем их против роста и выводим в бок. Еще разочек напоминаю о хорошем натяжении боковых валиков и повороте пальца к себе. Когда работаете с клиентом, у которого высокие боковые валики, не пренебрегайте щеткой для смахивания пыли, потому что, опять же, если у вас вот здесь вот все будет в пыли, и вы не будете видеть обрабатываемую зону, то как вы сможете понять, обработали вы все уже, убрали вы уже всю сухость или нет? Работаете вы по коже или работаете вы по ногтю? Все, мы выполнили обработку. Дальше у нас остается срез и шлифовка. Я на нескольких пальцах сейчас покажу, как мы работаем с кутикулоремувером. Но здесь с этой кожей легко работать и по сухому. Здесь ремувер, в принципе, не обязателен. Но если есть вот такие вот сухие участки, высокие валики, ремувер очень классно это все очистит. И вы уже увидите результат своей прочистки. Так, где наши? Наш кутикул ремовер как раз именно на правой руке я хочу показать его работу, потому что здесь больше всего вот этих вот сухих участков. Там, где клиент самостоятельно себе обрезал боковые валики, естественно, виднеется покраснение. Зажим. Наносим ремовер точечно в зону кутикулы. Он жидкий, работает в течение 1 минуты, поэтому я предпочитаю работать по 2 пальца. Если вы работаете очень быстро, можно нанести сразу на все 4. Вот. Ну, смотрите, я нанесла, и вот на первом он уже начинает подсыхать у нас. Достаем влажную салфетку. Приготовлю рядом. Пока я ходила, все уже подсохло. Для удаления ремувера, для прочистки пазухи нам достаточно апельсиновой палочки. Я кладу апельсиновую палочку в пазуху и вот так вот ребром вычищаю, убираю ремувер, убираю кожную пыль, убираю какие-то маленькие заусенцы, которые, может быть, там остались.
Если вы хотите прочистить под ногтем, то тоже аккуратно при помощи ремувера, не подрывая ногтевую пластину ни в коем случае. Если вот здесь я понимаю, что вот здесь я дальше не буду лезть. Видите, здесь идет боковой анихолизис небольшой. Я не буду там палочкой ничего ковырять, чтобы лишний раз не подрывать ноготь. Положили в пазуху. Бочком-бочком прочистили все это дело. После прочистки берете обычную влажную салфетку. И вот такими вот движениями вверх убираем остатки ремувера. И все, что нам останется, это выполнить срез. Кутикула тоненькая, маленькая, но есть что срезать. И уже после прочистки с ремувером, так, вот видно, что пазуха чистая, никакой сухости в точках роста нет. Засвет шел. Вот здесь у нас еще не прочищенная кожа, видите, видна сухость. И кажется, что там есть расслоение. Забился кожный опил, кажется, что все сухое, там еще что-то можно поковырять, что-то можно попилить, что-то можно где-то перепилить. Не торопитесь, если вы сомневаетесь, лучше очистите обычной влажной салфеткой. Просто взяли салфеточку, положили себе под руку, да, протерли, прочистили, просмотрели. Все. Пазуха чистая, там нет никакой пыли. Не надо там лишний раз стереть и перетирать кожу. На этих двух пальчиках будет срез с ремувером. На всех остальных я срежу по-сухому. Так, сейчас я настрою немножко свет, а то убрала лампу, теперь сама ничего не вижу. Срез я выполняю ножничками. Заводим нижнее лезвие под кутикулу, верхнее лезвие закрывается у нас сверху. Я доворачиваю палец клиента при срезе. Старайтесь попадать срез в срез. Не делать вот такую бахрому елочкой. Потом ее очень тяжело шлифовать. Доработать, конечно, потом можно. Даже если где-то немножечко намахрили, ничего страшного. Но старайтесь отрабатывать этот навык, чтобы у вас все было. При работе с вот такими высокими валиками минимизируйте срез боковых валиков. Вот срезаем мы кутикулу. Если что-то мешает клиенту по боковым валикам, просто вышлифуйте это при помощи алмазной фрезы. Чем меньше вы будете срезать, тем меньше будете провоцировать нарастание новой кожи. То, что там клиент дома через 2 недели начинает себе всю стричь, это уже, как говорится, его дело. Вот мы здесь ничего не срезали по боковым валикам. Абсолютно. И нет никакой сухости. А если вы валики не шлифуете фрезой, а предпочитаете, там, я не знаю, кусачками или ножничками все это дело обрезать, то велика вероятность того, что еще сильнее они будут нарастать. А если клиент регулярно ходит на маникюр раз в 3 недели, если клиент хороший, послушный, дома самодеятельностью не занимаются, то эти валики у него и так не будут грубить. Но это не про нашего клиента. Ладно, признаюсь, я сама потом страдаю. Тебе же проще всего, думаешь, да сейчас я быстренько вот срежу, очень быстренько вообще, легонечко срежу, чуть-чуть. Только хлопа пол пальца, пол валика срезали. Я при срезе молчу, не отвлекаюсь, чтобы... После того, как я выполнила срез, необходимо обязательно выполнить шлифовку.
Потому что если срез не закрыть, очень быстро начнут появляться маленькие заусенчики, такие маленькая бахрома, которая появляется буквально там на второй, на третий день у клиента и может очень сильно раздражать. И в принципе не очень красивый вид у маникюра. Кажется, что маникюр не свежий. Шлифовку я буду выполнять этой же фрезой. Она у меня красная и для шлифовки подходит. Если же вы работали фрезой пламя, но синего абразива, тогда шлифуйте красным шаром. Потому что синий абразив нам для шлифовки не подходит. Обороты 5-8 тысяч. Я выкладываю фрезу центром. Опять же, с хорошим натяжением. И дорабатываю вот эти все маленькие участки. То есть в моем понимании шлифовка это не тот момент, не тот этап, когда мы там выглаживаем наши валики до блеска. Шлифовка, в моем понимании, это доработка, закрытие среза и доработка каких-то маленьких заусенцев. Центром фрезы, видите, я разворачиваю палец клиента к себе горизонтально. И вот центром фрезы, двигаясь в сторону пальца, зашлифовываю. Можно выполнить шлифовку специальным шлифовщиком. Можно выполнить шариком. То есть это уже на ваш выбор, как говорится. Я предпочитаю минимальную смену инструмента. Потому что чем больше фрез вы меняете, тем дольше выполняете маникюр. Чем меньше фрез вы меняете, тем быстрее у вас маникюр. Плюс на этапе шлифовки, если я вижу, что там под кутикулой какая-то маленькая штучка осталась, я могу вот так аккуратно носиком ее прибрать. Напоминаю, скорость работы 5-8 тысяч. Минимальная. Обязательно абразив фрезы красный. Синим вы будете продолжать резать кожу. Красным мы шлифуем. Расположение. Вот параллельно я положила прям на кожу. И вот так вот параллельно шлифую. Опять же, шлифовку мы с вами выполняли по сухому. Посмотрите, сколько тут всего беленького. Чтобы увидеть результат, нам достаточно очистить. Очищать мы можем просто влажными салфетками. Можно отправить клиента помыть руки. Можно использовать дегидрирующий тоник. Тут вариантов уже масса. Задача просто прибрать лишнюю пыль и посмотреть на наш результат. Вот она, наша ручка. Уже зашлифованная, со срезом, очищенная от пыли. Как видите, никакой бахромы нету. Синусы чистые, пространство под кутикулой чистое. Боковые валики без всяких расслоений. Без заусенцев. Все это выполняется при помощи фрезы. Не нужны никакие дополнительные инструменты, никакие дополнительные не режущие, не особые фрезы. Фреза пламя и ремувер нам в помощь. Вот для сравнения, вторая рука у нас еще не срезанная и не очищенная. Видите, мы не прочистили еще кожу. Виднеется везде кожная пила. Кажется, она вот такая еще. Пилить и пилить. Все, наш маникюр готов. Точки в роста мы проработали без травматизации. Напоминаю, работаем, выполняем обработку фрезой пламя на оборотах 10-12 тысяч оборотов. Разворачиваем фрезу по направлению движения и никогда не залазим фрезой под ноготь. Это очень важно. Движения идут от пазухи вниз. И в бок вышлифовываем валик. Если есть какие-то сухие участки, сухие наслоения кожи, стараемся убрать эти наслоения против их роста.
против шерсти, да, и в бок вышлифовать. Что это такое? А, это шрам. Я думала, какая-то прилипла штучка. Все. У нас эфирное время ограничено, всего лишь час. Тема эфира была обработка сложных точек вроста и высоких боковых валиков. Тему я вам показала. Дальше мы с нашей моделью будем творить прекрасные, красивущие красные ногти. То, что уж сильно человек хочет, красные ногти. И обязательно сделаем фото и покажем, что получилось в конце. Всем большое спасибо за внимание. Если у кого-то какие-то вопросы возникнут, пишите в комментариях под этим эфиром. Обязательно на все вопросы отвечу.